Привет, Зебруша, ты уже ждешь. Сейчас тебе гостиниц, конечно. Конечно, гостиниц тебе дадим. Подожди. Подожди. Так, уважаемый, зубы надо чистить. А, ну. О, хрум. Хрум. Хорошенькая такая зебрушка. Красавица. Коняшка есть коняшка. Будь погладить. Зебруша. Зебруша. Потрогать зебру. Зебру в основном не очень дают потрогать. А тут дают. Цок-цок-цок. Ну, в Таиланде даже носорогов трогали. Хотя это, кажется, тоже невозможно. Да. Невольно, они, скорее всего, купаются, они белые становятся, черно-белые. А здесь цвет у них какой-то такой получается. Не купаются же они. А-а-а. Да, травки дадим. Травки? Травки тебе дадим, то, что где тебе... Травка? Иди сюда, хорошая лошадочка. Хорошенькая лошадочка. Да, ути-пути. Да, это тихо, Вашенька, не надо мою руку кусать. Да. Красивая. Ой, вот так давайте. Будет. Так не надо. Вот так с ладошкой, как лошадям. Травка, уши прижала. Пальчики. Уши прижала, так аккуратненько. С ладошки давай. Да. Оп, оп, оп. Ой, это что у вас за травка? Ой, вкусняшка тебе, вкусняшка. Вкусняшка. Да, все тебе, все не тебе. Не надо мои пальцы грызть. Все, хватит, что леопарда там дадим. Ням-ням-ням. Тут уже чавкает. Хорошенький. Ну, чавкала. А? Покупаться не помешает. Мощненькая, да, лошадка такая, жирненькая. Сыгается плохо у них все там. Ну, спасибо тебе, хорошенькая лошадка, спасибо. Позирует. Что вам, травки немножко? Травки. Ой, подождите. Ой, так просили. Смотрите, голубоглазые, красивые.